Этот инструмент идеально подходит для прокладки кабелей в уже существующих коммуникационных системах. Внешне он напоминает перфоратор и имеет основную рукоять с кнопкой включения и переключателем реверса, а также съемную вспомогательную рукоять для удобства работы. В нижней части находится аккумулятор, а сверху расположена катушка с гибким тросом длиной 50 метров. Этот трос, благодаря своей эластичности и способности выпрямляться, легко проходит через изгибы. При нажатии кнопки пуска трос запускается в трубу, достигая другого конца, где к нему крепится кабель, который затем вытягивается обратно. Средняя цена $300. Ссылка на товар в описании.